какие у них новые эти пиджачки. Thank you.
много хорошего настроения. Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую всех собравшихся в этом зале. А собрались мы сегодня на праздник. Праздник детского творчества. Отчетный концерт Центра искусств. Назвали мы наш концерт «Когда оживает сцена». А оживает она, когда заполняется артистами. Артистами великими, артистами начинающими, знаменитыми и пока никому неизвестными, опытными и новичками, взрослыми и детьми. Сегодня на нашей сцене будут делиться своим творчеством почти настоящие профессионалы. И от их настроения, эмоций и желания наша сцена оживет, наполнится энергией, радостью и волшебным светом. В сиянии музыки и красок искусство слова радость нам несет. Стремятся ввысь божественные звуки, а на палитре творчества поет. Мечта, что горит солнце, солнце не согревает души, доброта. Никогда.
И в самом деле, кто из нас не мечтал оказаться на сцене? Хотя бы на миг побыть певцом или музыкантом, танцором или актером. И сейчас мы приглашаем на сцену наших самых маленьких артистов. Эти малыши делают свои несмелые шаги по сцене. Они серьезны и почти совершенно не волнуются. Но, может быть, самую капельку. Встречаем. Thank you.
Сегодня в нашем концерте каждый из ребят проявляет себя в различных видах творчества. В песнях и танцах, в художественном и в театральном творчестве. Но ведь для этого одного таланта недостаточно. Нужны смелость и отчаяние, безграничная вера в себя и в свои возможности. А еще каждодневный кропотливый труд. Thank you.
знаю тайну. Веришь? Слушай, наш мир вокруг, как белый лист. На нем рисуют наши души. А вот и кисточка. Возьмись. Цвета, палитры, все как знаешь. Твой мир такой, как хочешь ты. Ну что же ты не начинаешь? Смелей рисуй свои мечты. Скажите, дети, что в этой жизни, в попсовых песнях немного смысла, что с добрым сердцем скорее обман, что самых верных свинить не стану. Скажи.
Скажите, дети. Скажите, взрослые, что в небе звезды, а остальное не так серьезно. Пускай мечтают они, как дети. Скажите, взрослым, скажите это. Необыкновенный, удивительный, эмоциональный, многогранный мир творчества на нашей сцене. Мир, в котором можно радоваться, грустить, размышлять, творить и мечтать. Мир, который учит быть добрым и внимательным, чутким и заботливым. Учит видеть в самом простом и понятном удивительное и необыкновенное. Yeah.
Собрались все те, кто неравнодушен к творчеству наших замечательных коллективов, кто рад новым достижениям и успехам каждого ребенка, а помогают нашим детям раскрыться и проявить себя замечательные педагоги. А также любой детский коллектив никогда не станет успешным, если не будет поддержки замечательных родителей. Огромное спасибо родителям за поддержку, за то, что вы помогали шить костюмы детям, за то, что готовили реквизит, приводили на репетиции выступления, за то, что радовались и переживали за всех вместе с нами. Давайте поблагодарим всех причастных громкими аплодисментами. Спасибо вам! Thank you.
бури эмоций, ураганы и взрывы, в бешеном ритме сердечко стучит. Солнце, тепло, и вдруг ветра порывы, мысль же, как птица, вдаль улетит. Осталась минута, глаза закрываю, уже все готово, лишь только вперед и к ней я уверенным шагом вступаю на сцену. Она меня точно поймет. На всей вселенной свет един, на всех любовь одна. Таланты всем даны сполна, чтоб в творчестве душа жила. Послушай сердце зов, пойми его призыв. Ты душу раствори в любви, талант в ней пробудив. Сегодня наши артисты оживили эту сцену. Оживили? Если да, то я жду аплодисментов, дорогие друзья. Наполнилась музыкой, движением и детской нескончаемой энергией. Мы на этой позитивной ноте завершаем наш концерт. Мы благодарим вас за ваши улыбки, за ваши сияющие светом глаза, за вашу поддержку. Ну и, конечно, думаем, что ваши сердца наполнились добром, теплом и радостью. Итак, встречайте! Финал нашего концерта. Встречайте аплодисментами!
свидания. До новых встреч!